В гороскопы я не верю, потому что они все завязаны на цифрах, а цифра – это такая условная единица, а у каждого в жизни она не повторяется. Нету ни одного человека, который повторяет час, день, дату и время, и пол, потому что каждый день у нас новая дата. 1000 лет назад Овен, родившийся в мой день, 17 апреля, он родился в 1900 там каком-то году. Сегодня я там Овен, родившийся в 2000 каком-то году, 17 апреля. Это уже разные даты. Поэтому опираться на историю того Овна я не могу по определению. Я верю в тонкие энергии. Я верю в позитив. Верю в то, что человек накапливает энергию. Есть просто один большой пространственный такой космос, куда мы накапливаем свое мышление. Если оно позитивное, ваш корабль плывет в солнечном пространстве. Все, что вы делаете. Пришли с хорошим настроением на работу, передали его своим коллегам, коллеги вам ответили, вы унесли еще большую, мощную, теплую энергию в жизнь. В жизни проделали какие-то дела, то есть вы сами приподняли свой тонус, энергетически воздействовав позитивно. Также ровно и наоборот. Вы пришли уныло, вы отвампирили пол своего офиса коллег, коллеги, вам ответили тем же. Вы вышли из своей злости, подвернули где-то ногу. Это реально все взаимосвязано. И поэтому не надо верить в цифры и астрологические прогнозы. Надо верить в свои собственные силы, а значит, в Бога. Только духовно возвышенный человек с внутренним стержнем, он двигается в правильном направлении. И главное помнить, что вы всегда должны выбирать свою дорогу и идти по ней. Потому что не будет попутного ветра у того, кто не знает, куда идет.